Доброго ФПС, дорогие зрители, подписчики моего канала, чуть не вмонался. Здравствуйте, ребята, как ваши дела? Со мной сегодня Мега Джек, Хью Джекман, Мега Артур, Человек Блэк Сильвер и я, Максим Шустрила. Доброго. Да, вообще и зрители наших каналов тоже привет. Всем привет. В общем, Джек без ног, я в Ярославле. А я сказал моего канала? Погоди. Ну, это привычка, ничего страшного. Момент истины. Нога самоисцелилась. Нормально. Да ладно. Я полубог. Так, ну, я скажем вам честно, у него лагал звук, и он решил перезайти в игру. Но вот он перезашел, и нога, то есть, заросла. Да народ что помнит сделал, просто, что... Меня не было. Я же говорил, Хью Джекман, Росомаха, сам исцелился. В предыдущей серии у Джека там были проблемы, его было не слышно. Вы поняли, это вот тот самый момент. Короче, я около больнички. Теперь я уже не понимаю, что я тут делаю, но по крайней мере... Мы едем к тебе через эту, ну, через этот город, и... Осторожно, тут химсвет где-то есть. Хорошо. Химсвет, господи. Химсвет, опасность. Опасность. Ну, опасность — это тот, кто кинул химсвет, капитан Очевидность. Вот-вот, я же говорю. Так, я что-то хотел сказать, я совсем забыл. А, мы сейчас поедем в доки за колесами, наверное. Возьмем два колеса, потому что эта машина двухместная. И, собственно, отремонтируем некую пожарную машину, которую мы нашли на заправке. Кстати, забыл ваше внимание акцентировать на ней, но самое внимательное, по-любому, там шустрила, там же пожарная машина, как ты мог ее не заметить? Я заметил ее, вот. Да. И поедем уже тушить пожары. А вы вертолет не посмотрели после вмешательства парня, может, он его починил? Я совсем забыл. И погиб? Я не думаю, что он. А если бы он его починил... Не до конца, может быть, там буквально что-нибудь надо совсем. Я думаю, он на нем бы улетел. Джек, мне нужно прикрытие. Оставайся на машине, прикрывай машину. На заправке можно замечательно это сделать, я думаю. Договорились? Окей. Нашел двигло. Двигло можно снять с нашей машины. Если что, колеса с нашей машины не снимаются, я проверил. Взял два пакета с кровью, морфина пока не вижу. Бетономешалку нашел. Бетономешалка пригодится, когда найдем машину, нужно будет строить дом. Блин, сумки не хватает, безумно. Я, кстати, обращаю внимание, что мы всех людей, которых убиваем, даже того типа, который был на машине, он был без сумки, прикинь. Угу. Или сумка, я забыл. Твою мать, Ленин. Спокойно. Это ты лут выносил же туда? Да, я. Понятно. Морфина там не обнаружена, я угадал. Морфина нет. Я взял два блудбэга. Ага. Джек, кровь не залил мне. Жук. О, господи. Короче, господа, куда вы двигаетесь? Вы двигаетесь ближе к воде? Завод, да, труба, видишь? Там трубы такие. Ну, я знаю, где это. Ага. Джек, это ты за заправкой там купаешься? Да, да. А чё не в елке? Я туда хотел прийти. А ты так пешочком идешь, как эстет? Залей ко мне кровище, сын. Да... Я понял! У меня нет пакета крови, дай мне его. Что происходит? Он ноги сломал. Как он сломал ноги? Сейчас скинул тебе этот. Да-да-да. Как? Это не верю. Как это происходит вообще? Бегаешь друг к другу, и у меня просто ломается нога. Короче, давайте, ребята, держаться друг от друга. Ради нашего общества. Вообще, на самом деле, я хочу отметить, что на сервере идет какое-то страшное мясо, и за последние 5 минут убило... Человек 10, наверное, да, это пипец просто. Это не соврать, если. Мне лишь один чертов вопрос к этой тупой игре. Почему я? Почему я? Я предвидел этот вопрос. Почему я? Ну как? Ну, я же уже пострадал 3 раза. Тоже То есть мне еще один раз остался, да, по-твоему? Нет, объясните мне, как я ломал ноги, если я был один все это время. А вот. Я на ходу ломал ноги, падал. Игра тебя просто наказывала. Мягкий. Ты слишком мягкий, Артур. Это как в том фильме, да, с Брюсом Уиллисом, как он, Неуязвимый назывался. Там был мужик, у которого ноги, кости были хрупкие. От любого там толчка мог переломаться, его Сэмюэл Л. Джексон играл. Тулбокс нашел. Честно, не смотрел этот фильм. Обожаю этот фильм. Ты меня заинтриговал, надо будет посмотреть. Ну, он такой его снимал, М. Найт Шьямалан, он такой фильм заумный снимает. Ага. Там «Шестое чувство», допустим, «Знаки». «Шестое чувство» — неплохой фильм. Да, они охренительные вообще. Но... Нашел одно колесо? Не для всех. Шикарно. Я опять ультра-помощник тебе. Да. Не, так ты прикрываешь машину, неважно, были бы у тебя ноги или нет, ты свое дело делаешь. Согласен? Я катаюсь рядом с машиной, не могу назвать это прикрытием.
Ну, по крайней мере, сначала застрелят тебя, только потом заберут машину. Да, я могу тебе даже сказать, откуда на нас нападут. Так, вы у трубы, да? Не совсем. Да, у одной. Там три трубы и есть одна большая. Как тебе идея, если побегут на меня с машины, я прострелю колеса, а не буду стрелять по человеку? Мне к большой идти? Лучше стреляй по людям. И да, иди к большой. Хотя зачем я к вам иду? Мне, в принципе, от вас ничего не надо, я лучше поищу что-нибудь еще тут. Вынеси из больнички морфин. Ну, все остальное, чтобы морфин появился. У меня место слишком этот. У меня рюкзак, если бы был, можно было бы этим заняться. А так... Ну, я тоже без этого, понимаешь, но как бы, ну, просто выложил пока половину своего. А потом так вжик. Хорошо, сейчас проверю, что тут еще есть, этим займусь. Морфин. Я нашел обойму к калашу на заводе. Довольно интересно. Морфин, Даджек, морфин, я помню, морфин. Морфин. Так, кровь-то перелили, тебе что, нет? Мне да, мне все хорошо. А у меня нет. Морфин. Как ты? Ладно. Я не понимаю. Скользнулся, он просто когда спускался. Мы столкнулись. Там были разбрызганные мозги. Да, мы столкнулись, мы коснулись друг друга. Джагон, в общем. На плакате с Лениным написано, он был коммуниста, вступи куда-то там. Опять кого-то грохнули. Это капец. It wasn't me. Где тут все заварухи? Может, в этом Salvation City, который город спасения? Вполне возможно, кстати. Ну да. Город спасения. Я там. Думаю, за такое мясо, гранаты. Кто бегает рядом с машиной я за подхожу, забором? Я подхожу, это я, брат. Нифига себе, ты заныкался. А если слева подойдут? Вот то видишь, все, да, брат, какая у меня позиция? Ну, ползти в лес вообще не вариант. Я понял, я пошел дальше, ман. Джек, хочешь сделать полезное дело? Сесть в машину и уехать? Не совсем. Заползти тут рядом слева сразу заводики, и тут есть Reinforced Metal, Engine Parts и бетономешалка. И если бы ты все это загрузил в машину, было бы просто богоподобно. Godlike. А я пока побегаю и поищу тебе ноги новые. Я тогда сейчас Ленфилд тут скину. Господи, здесь просто запутаешься, здесь столько тупиков. И заметил, что здесь дырок в заборах вообще нет. Да, ну такое ощущение, что строили просто, нормально. Да, то есть не без игровых условностей, как бы можешь бежать и нарваться на что-то неприятное. То есть это к тому, что, видимо, все-таки те, кто строили заборы в Чернорусии, ни в какое сравнение идут с этими ребятами. Да, те были гораздо хуже. Так, то есть вот прям за забор ползти, а все вижу. Да, там сразу заводик. Заводики такой... с синими такими дверьми, да? Да, больше? Да, да. И там внутри просто и... Я вижу этого... энджины, канистру брать, нет? Да, да. И все это грузить. Шикарно. Не, хотя энджин не надо, там может что-нибудь еще есть, типа такое неплохое. Ну, канистру-то брать, нет? Ну, канистру, да. Окей. Я не могу забраться. Я сейчас еще одну ногу сломаю и вообще не смогу двигаться. Сейчас я сломаю руку, руки, например. Руки сломаешь, да. И все. Я нашел второе колесо, можно. Мне кажется, у нас проблема. Что случилось? Я застрял в инжине. Как? Как вообще? Выхода другого нет. У Джека Шепарда одна серия, извините меня за выражение, охуеннее другой. Я просто не могу сказать иначе. Я застрял. Та-да-та-да-тан. Не, я реально, я могу уже раз 20 умереть и прибежать совершенно живым и спокойным сюда. У меня в голове не укладывается, вот честно. Ну они просто... Возьмите энджин, а. А, я же могу взять энджин. Нет, не могу, нет места. То есть мне нужно подойти и стащить с тебя энджин, правильно я понял? Ой, сейчас погоди. А если я стащу с тебя энджин, ты там не поломаешься напополам? Все, я взял энджин. Я разломался. Полсерии, путь наружу открыт. Артурка, ты где? Я сейчас буду выносить. Гришка, а ты? Энджин нам не нужен, да? Мне не нужен. Я зашел. Я тебя не вижу. Побои. Где ты? Где я? Ты ползешь к машине? А, вот вижу, хорош. Да тут вот видишь, вот я в этом чертовом контейнере. Поехали, Джек, поехали. А, все, уже едем. Мы сейчас, Артур, приедем к больничке за. Ну, с машиной совсем вытекающей. Давай, хорошо. Давай. Вытекающим, в смысле, бензином из нашего бензовода. Да, я и ползу как могу. Чем-то из разломов на теле Джека Шепарда. Вот как могу, ползу. Осталось меня задавить задним колесом. Да нормально все, я типа ускорил. Все, я внутри. Да, инвалид, залазь в кабину. Поехали. А, кстати, а вы в курсе, что здесь можно сливать бензин с машины? Да. Вот это, по-моему, вообще очень круто.
А я не знал. То есть мы сейчас не будем по новой заправляться, я просто солью с этой машины весь бензин в ту машину. Фаер горит, Джек. Не я. Ну ясно, что не ты. Ну там давно горит, кстати говоря. Думаешь? А там еще слева один. Это на аэропорту еще один горит. Ну вот там точно. Джек. Почему у тебя сломана нога, да? Гришка, ё-моё. Гришка, ё-моё. Ты ломаешься, не знаю я. Как Ванька Макарёк. Скинула. Очень складный со смыслом. За душу берёт. Покупайте в iTunes, да. Да. Новый альбом. Джек и ноги. Или просто из альбома «Мягкий Джек». Блин, я бинты эти. Господи, я уже с ними протупился просто. Ломающийся Джек, ветер северный. Ты заметил, как фонари зажигаются, как мы едем? Ага. Это я творю магию. Да. Ты как это особая фонарная магия. Все включаю. Сейчас прикинь, там загорается свет, а там Слендер на секунду появляется и исчезает. Я сразу просто открываю дверь. Я смогу бегать. Мне кажется, я смогу бегать. Ты забудешь про все эти. Я просто про все забудешь. Что, там едете? Мы уже куда-то едем, да. Мы к пожарной машине приехали, сейчас ее будем чинить. Но я инжин не взял. А я сниму с этой машины все. А, все, окей. Сними с ней все. Че, я полез перекрывать. Знаешь, такой долез. Я на позиции, Макс. Уезжаем. Ты, в принципе, можешь съесть пожарку, наверное. А я займусь ремонтом. Я хочу залезть вот это здание небольшое. Только садись пожарку не на руль, потому что машина может не отремонтироваться. Сколько внутри машины чего? Я могу бензин залить. О, да, или бензин нет? Будешь лить, это неплохо. То есть там его сколько, ты мне скажи, надо или нет вообще? Да, надо, он вообще пустой. Шикарно. Refuel. Volvo. Это Volvo. Вставляю колесо, а нам нужно... Все, 20 литров залито. Подожди, я не понял. Залито. А вот, теперь можно слить его. Вот, left back wheel. А может я буду с машины пока бегать, сливать бензин, заливать туда? Да, да, так и надо. Окей. Морфин. Слышь, что там читхи? Опа! Человек Уфа нашел морфин. Человек Уфа. И человек, и Уфа. Человек Уфа, живут по соседству. Вот это поворот. Я всегда был... Еще морфин. Чек, у тебя есть еще право сломать ногу. Сломай мне вторую сразу. Не, мы не будем так поступать. Можно я сломаю ему ноги, обе? А, это не вопрос. Джек, я сюда. Думал, ты будешь меня защищать. У тебя кровь течет, Джек! Нет. Да, течет кровь, как... То есть, заливаешь бензин и течет кровь? Ты такой болезненный. Как давно она течет? Просто не знаю. У меня половина здоровья. Анимации нет вообще. Из задницы ничего не бежит. Если ничего не бежит из задницы, значит все в порядке. Я от этого отталкивался. Что-то там про Путина пишут вообще в чате. Причем не русские вообще, совершенно не русские люди. Ты заправишься, да, Джек, я так понял? Я сливаю бенз, заливаю бенз. И пить охота. Артур, знаешь, куда тебе это может отправить? Я сейчас пойду чуть-чуть назад, я хочу там проверить вышку. Юго-восточнее, если ты пойдешь. Ребята, вы поедете сюда, я бы всякую это прикол? Сгрузил бы. А, мы поедем. Это приколы. Ты ноги сломал? Погоди, почему он ползет как инвалид? Я ничего не нажимаю, руки убрал. Нажми на АД, нажми на АД, может быть клавиша залипла. АД, С, В. Прошло? Прикинь, да. Ну, блин, клавиатуре... Да знаю я. 23 часов нету. Как? Razer, мега качество. У меня это постоянно. Так, господа, приезжайте сюда, я уже скину эти вещи, пойду дальше. Я залил. И просто понимаешь, что такая проблема, совсем небольшая. Ну. А для того, чтобы снять с грузовика с одного и поставить на другой, этот процесс занимает определенное количество времени. Не так-то так все просто, да? Просто оно не снимается. Этот... Я, наверное, одну канистру полную в себя в инвентаре. Где? Я вам так сгружу сейчас просто. А, Джек, не мог бы ты дальше от машины? Что я не могу? Мне показалось за рулем. Вот сейчас, если вы посмотрите, вот посмотрите, действительно, похож ведь на Иисуса. Сиденье, вот посмотрите сиденье, я так и быстро двигаю, как будто Иисус смотрит на меня в рясе. Два Иисуса. Вы Иисус. Где находитесь? А, заправка далеко, мы тут еще не были, ты не можешь представить, где это.
Вы ехали в какую сторону от берега, если с берега на море смотришь? Юго-восточнее. Ага, понял. Ну, мы сейчас подъедем к больничке, я думаю. Я у водителя. Ну, я пока посмотрю, может, найду чего. Я понял. Ты не садись на водителя! Ты сел на водителя? Я ушел. Господи, хоть бы сработало. Я там... Ты ничего не делал, пока там сидел. Я двигатель ставил. Не-не-не, не было звуков. Еще одну канистру. Да, можно ехать, наверное. Погоди, а у нас все вещи в той машине. А, ну так загружаем их. Кролик в городе, охренеть. А-за-за. А-за-за, прекрати. Кролик, ты что делаешь? Джек, надо будет еще... Надо будет бензинчик еще залить. Я уже залил бензин и полную канистру в машину закинул. У нас там две полных канистры. Маловато. Хватит, нет, я думаю. Маловато. Ой, у меня так пролагало, что-то три, два кадра. Мне полностью очень сложно все это делать. У меня сломана нога, брат, ты помнишь? Стоноги кому-то нужны? Опять? Что ты же ее починил себе? Или нет? А, нет, я не чинил, я забыл. Я же по второму разу она как-то сломалась. А я что-то, да, что-то я пропустил этот момент. Да. Что говоришь, Артур? Станаги, говорю, нужны, нет? А, нет. Рожки на АК пригодятся. Почти так же, как морфин, рожки мне нужны станаги. Мне сейчас маму пригодятся сейчас. Ну, если найду, скажу. У тебя тоже АК? Я его нашел тут, но он пустой. Пока что не ставлю. Могу одним поделиться потом. О, я нашел 30 раунд. Так, подожди, короче. А где заправляется эта хрень? Или я просто центр я разом, что ли, заправил? Нет, вот у меня есть. Ты, может, полностью уже заправил? А ну-ка проверим. Возможно... Я 4 канистры где-то завел. Нет, не полностью. Представляешь, какая отсада. Меньше половины? Все, Джек, по коням. Садись на пассажира. Сажусь. Артур, где тебя подобрать? Там я рядом слышу, находится полицейский участок, буквально метрах 50. Пока подбирать мне не надо. Вы там посмотрите, может, еще что-нибудь в больнице отспаунилось. Не хочется, честно, заезжать. Хочется подобрать и поехать уже на вольные хлеба. Так, секундочку тогда. Пока что чем-нибудь другим. Я здесь просто, у меня рюкзак, я его не могу взять никак. Типа он в хламе лежит? Да, ну типа в обычном луте. Поэтому я беру этот обычный лут и скидываю его. Ты точно уверен, что в пожарке больше, чем два человека? Потому что я смог сесть только вот на заднее место. В патрол-паке сколько места? В патрол-паке? А у тебя есть из чего выбирать? Ну, нет, но я просто взял, мне интересно, сколько в него полезет. Я думаю, 10 или 15. Нормально. Там можно было бы... А, ладно, не важно. В нем всего 8 слотов, о-хо-хо. Ну, 8, куда ни шло. Ну да. Я последний, без сумки. Зато у меня есть пожарная машина и спортивки. Здесь лежит ПДВ, если что. МП-5 мой, я его бросил. Угу. Ты бибикнул? Ну да, проверить. Я думал, нас кто-то сзади уже поджал. Да, ого, это что за... Ее можно, кстати, усилить. Я знаю, где есть Reinforced Metal. Может, пойдем лобовое стекло усилим, чтобы нас не выбили. У нас оно вообще есть? А это имеет значение? Мне просто интересно, защищены мы ли мы сейчас вообще как-нибудь. Стекло лежит на заводе, где вы были, недалеко. Я пока не стал брать, но я знаю, где оно там рядом со скрэп-металом, могу провести. Ага, было бы неплохо. А хотя нет, я тоже знаю где. Мы сейчас туда подъедем. Окей. Станаги возьму на всякий, они не так часто. На всякий, в машину закинем. Пожарка, я думаю. Ты видел, что у нас написано, Джек, сзади на машине? Да, фигня какая-то. Гасичи! Гасичи. Это так, мы. Короче, да. Вы где? Я к вам выдвигаться сейчас буду. Мы сейчас проезжаем депо со звездами и заезжаем на завод. Хорошо, понял. Сейчас, секундочку. У меня опять рекламная пауза. Джек, подефаешь? Окей. Господи, почему ж ты так все коряво-то? Ладно, все, я выдвигаюсь к вам. Угу. Почему я не могу бегать? Why, мистер Андерсон? Why? Зачем сражаетесь? Зачем встаете? Потому что это мой выбор. Гладиолус. Потому что я new. Как ты назвал Андерсона?
как ты посмел? А как так, ну я около депо. Окей, где вы? Депо, беги прямо на 60. Угу. На 60? Окей. Где-то так. Понятно. Блин, место что-то как-то странное. Здесь... Зацени, Джек, стекла. Ты... Погоди, а досочки что ли появились? Да. Офигеть. Нравится? Еее. Эта машина теперь мое все. Калашик, калашик, как назовешь ее? Пожарная машина. Гасичи, да? Гасичи. Я не буду далеко уходить, это наши гасичи. Да, наши гасичи. Или просто гасичка. На самом деле эти два металла, которые я сейчас использую на машину, можно было использовать на постройку дома. Но мы ведь жесткие. Не судьба. Дом на колесах? Нам бы еще переднее стекло, зараза. Я примерно помню, где оно было, но, наверное, все-таки Артуру было бы неплохо принести его, я сказал, не надо. Я как раз тут сейчас принесу. Ну, красава. Хотя нет, я не тут, но я все равно сейчас принесу. У меня блин, здесь все так одинаково, похоже так, блин, я опять вернулся, курган такой сделал. Смотри лобовое стекло, братишка. Я не могу, я сзади сижу в машине, потом вижу. Ты там дверью что-то сверлишь. Так это я, это машина, тебе машина... такой. Я знаю, я назову ее Победа. Отлично. И потом две первых буквы отпадут. Нет, это Победа. Пароли, пароли, пароли. Пароли, пароли, пароли. Блин, мне так нравится. Пароли, пароли, пароли. Кто на меня загрыз? Слушай, тачка у нас... Ох ты. Огонь, согласись, огонь вообще. Красавица просто. Нам теперь вообще просто, грубо говоря, если какой-то человек да никто начнет, не попадет начнет, начнем по нам стрелять, ты можешь встать, достать свои гениталии и помахать ему прямо, ну то есть он не попадет. Подожди, я сделаю это прямо сейчас. Тебе понравилась идея. Отлично. Hatchet. Where are you, Hatchet? Слышишь, Джек, ты не поверишь. Я сейчас еще больше машину сделаю. Да ладно. Да. Так, все, а ты я сможешь взял стекло, где вы? Там на колеса поставить? Я могу вперед поставить для тарана. Чтоб мы как колесница были. Я могу защитить колеса, чтобы их не пробивали. Давай. Это будет круто. Это... О, еще посветлело. Я не знаю, как-то ночь здесь странно работает. Очень светлая ночь. Да. В итоге потом на видео у всех... Вот это все, я тебе эту песню скачаю и поставлю их. Кто смел? Кто? Подожди, тихо, Джек Шепард. Слышал выстрелы я. Откуда, блин, я в таком месте, мне негде спрятаться. Где вообще? Макс бежит ко мне. Вы где? Вы что видите? Я просто на 60... машины. Отличный ориентир, ладно, понял. Рядом с заправкой. Ну, больше заправкой? Ничего не Господи. Будь осторожен, Джек. Стреляю с калаша. Не похоже, что это калаш. Ну, очень похоже на КМ. Одна пуля или две было? Подожди, тут две заправки. Вот вижу вашу заправку, похоже. Зомби идет прям ко мне. Я себе ни за что в жизни не прощу, если не выиграю драку за машину. За такую красавицу уже, которую ты просто уже вычинил, вылечил. Что так еще не сделал? Так, может, назад посмотреть? Я очень напряжен сейчас. По мне, сзади, сзади. Я упал, я умер. Да что, откуда тут золото-то? Я по... Я вообще в другую сторону. Вон в деревьях, походу. За вот этой башенкой. За заправкой, точнее. Ты, Джек, сможешь отбиться? Я смотрю, туда зомби подошли, но взять чувака машину, это... Уезжай, сядь машину и уезжай. Она не пробьет на тебя никак. Он меня убил. Я даже выползти не успел. Просто бись. Машина там стоит. Окей. Сейчас он ее уведет. Ну я целился прям туда, в деревья. Че ж так, японо мать. У меня слов нет. Просто вот все. Я иду туда. Он там взялся. Что? Если успею, вижу какой-то приду. Вулкан, на нем лежит женщина и сзади велосипед.
во время загрузки. Это не писать. Сейчас начну матом, не, не буду. Да блин, спокойно, капчик, не первая машина, не последняя. Да они надоели меня в спину убивать. Это был жестокий посос. Ну, за секунду до того, как тебя увидели, ну, убили, я увидел, как зомби выбежал вот из этой заправки и побежал в твою сторону. Я думал, что это человек. Еще я хотел сказать, перед тем, как меня прервали, парень начал стрелять с эмки, на него просто забили. Когда я начинаю стрелять, на меня весь город сбегается. Я не знаю, видимо, у меня какая-то карма такая. Ладно, плевать. Чисто. Я тебе подбежал зомби к этому лесочку. Чисто красава отжал машину вообще от души. Постоял и все. И потом меня убили. И я, дурачок, не услышал, что с леса стреляли. Наверное, он с леса изначально стрелял. Да. А ты слышал? Я услышал лишь, ну, выстрел, когда тебя убили. Все. То есть... Я примерно понял, откуда. Посмотрел туда. Туда подбежал зомби, говорю, к дереву. Постоял, развернулся и пошел на меня. И потом чувак меня... Ночь стала играбельной, в общем. Окей. После перезахода. После депо ты мне дал неправильный ориентир. Надо было на 90 сказать, а не на 60. Я вообще в другую сторону бежал. Че вы там, респаунитесь? Я стараюсь отбить. У меня ночью негры воруют уголь. Я играю по всему этому. Так. Так, а где респавниться нужно? Севен, Биелов, это Новск, какой-то Метровец, камень, куда? Вижу заправку. Вот ваша машина ездит. Он ее угнал, все, я ее никак не пристрелил. Никак, там все заделано. Он поехал сейчас как раз в сторону этого города, около которого вы отреспавнитесь. Я удвигаюсь туда. Какой город-то? Я не помню. В камене. В камене опять? Да, но я не думаю, что мы с тобой сможем найти хоть что-то. Вы сейчас, что... он едет именно туда. Я иду за ним пешком, возможно, я, когда он там будет ангар летать, убью. Вы как раз успеете подбежать. Я вижу просто черноту. Ты не понимаешь всей серьезности ситуации, да. То есть для тебя ночь светлая, для нас ночь стала... У нас вообще просто ночь. ...чем другим. Я ничего не вижу на экране сейчас. Тоже. Ну пока стройку хоть полутайте там. Я вижу небо. Я даже неба не вижу, у меня просто черный экран. Вот если я сейчас. Когда я смотрю назад, я вижу воду. Кто-то стреляет там около. Отлично. Не по мне стреляет. Нет, по мне. Я вообще ничего не вижу. Ночи воруют уголь. Да. Ночи светлые, говорят. Ну. Было дело такое. Бля, такая пожарка хорошая была. По мне издалека стреляет какой-то косой. К тому еще два этих железных листа так классно закрыты, как в фильмах про зомби было. Прям вообще. Блин, реально не знаю, как выйти. Так, я выбежал вроде на какое-то поле. Вот круто тебе, мне тоже... С чего он, по-моему, садил? Что-то у меня такое ощущение, что по мне сейчас из ДМР-ки садят. М16А2 меня убили, Джек убили с М16А2 тоже. Ну как, кстати... Надо будет потом у Джека посмотреть, что там случилось. Да. Это поле или море? Судя по всему, поле. Я вообще не понимаю. У меня, знаешь, у меня небо плывет, не трава понимаю. Приближается, и у меня такое чувство, как будто я много слишком таблеток переел. Ну, короче... О! О! Как это называется? О! Охренеть. О, играем. Нет слов. Посветлело? Да. Поздравляю вас. Просто резко. Че, Макс, к трубе бежим или куда? Проделайте тот же путь, который мы начинали в предыдущей серии. И как раз попадете в этот город. Угу. А я здесь пока дурак, постараюсь выцепить. Я не понимаю, где и куда идти, поэтому... Тот же путь — это сложно для меня. Я хочу ствол. Я ползал все серии со сломанной ногой. Да. Неприятно. Да это бездарно. Это нормально. Нет, это не нормально. По-всякому бывает, чего же. В следующий раз я буду вообще просто тупо за себя и все. Сейчас я, походу, этого товарища найду, я слышу, как он ездит здесь. Угу. Ты куда-нибудь вышел вообще? Я? Я уже бегу в тот город, где нас приняли. А, примерно ориентирный, да? Может, куда облака идут или? Облака идут
Вы по дороге никого не встречали? Нет. Вертолет летит. Слышишь, ман, облака идут вот на море, да? Облака идут на море, да. Если смотреть, куда облака идут, то это... Понял, Джек? Ты должен бежать так, чтобы море было слева. Облака строго на ист идут, ровно. То есть на восток. То есть я бегу так, чтобы облака налево от меня шли, да? Да. Ну, это обратно получается. К гигантской горе, да? Да-да-да. Чтобы она по правую сторону от тебя была. А, все понял. Но я все равно приоритетом сначала до своего трупа бегу. А для меня приоритетом вас встретить сейчас. Mm-hmm. Я дам тебе хотя бы G7. А, ну у тебя Макарыч есть, в принципе, да? У тебя калаш хочу вернуть. И. А машина уехала. Короче, ладно. Машина все делалась. Да. Забудь про машину. Угу. Сейчас беда. Новую соберем. Я боюсь уже этих помещений, я в таких себе ломал ногу наглухо. Ну, то есть не вот эти вот двухэтажные домики, помните? Угу. Было такое. Вы запомнили именно того, кто вас убил? Нет. Бульба. Бульба? Что ж ты, Бульба, делаешь? Я бы сейчас посмотрел, но я запулю сервак. Ну, да. Поэтому нет. Где вы находитесь? Я нашел Ремингтон с фонариком, ура. Тебе лучше всего, Артур, знаешь, откуда машина с какой заправки уехала? Да. Затусить там, пока. Она была где-то в районе аэропорта. Ну и вообще в идеале найти колес. Ты знаешь, мне кажется, это тот чувак, которого мы убили, за своей машиной пришел. Хотя это глупо, конечно, нет. Тот был не Бульба. Тот другой был. Я ник помню. Как же его, господи. Ты их всем по именам помнишь, кого убил? Ну, естественно. Ну ты страшный человек. Ночью они тебе снятся? Нет. Тихо. Я им снюсь. Окей. Машины, блин, вот... Тихо! Не может быть. Нет, показалось, не может быть. Все, можно разговаривать. Рэп. Угу. Ладушки, дайте-ка мне мой калаш. У кого окошко приоткрыто так, что я постоянно слышу машину и думаю, что закрыл. Она тут едет? Закрыл. Я уже второй раз думаю, о, машина едет. Сейчас мы будем делать добро. Я вижу пожарку и... Ну там, судя по всему, аэропорт, так что я втоплю к своему трупу по фасту. То есть ты можешь уже видеть меня, там по левую сторону будут двухэтажки небольшие, видишь их? Не-не, я вижу пожарку. Да, и двухэтажки вижу. Да-да-да, беги к двухэтажкам. Я тут около нее прям, видишь меня? Тут Прага стоит. Я около Праги. Боя красава, как вышел, да? Ага. Слева на церкви зомби ходят далеко, метров 200. Сейчас мы можем с тобой туда двинуться, просто посмотреть, но я думаю, что товарищ уже ушел в сторону Про товарища Любов. Мы уже забыли. В Люболе, кстати, серьезный такой этот, типа крепости, возможно, там народ тусует. Сейчас мы вернем тебе калаш, и потом mm-hmm. можно будет туда mm-hmm. смотаться. Mm-hmm. Если честно, я хочу устроить джихад в этом. Если городе. Честно, мне кажется, что он плутал вас, потому что он очень долго... Я тебя вижу, оттуда. Это ты рядом справа, да? Да. Пойдем за мной. Ну, как бы, может, ты подождешь здесь, я сам найду, а ты Джека, может, подождешь? Вот Джек, просто. Ты где? Я бегу у горы. Окей. Слева от меня школа и дом желт. Школа? Та школа, на которой я был тогда. В самом первом городе, да. Окей, так, я пока в общем в городе посмотрю, да, что тут есть. Затуси. Тут, кстати, пикап стоит, здоровский пикап. Да. Но не совсем здоровский, он не на ходу. Не, понятно, что он не на ходу. Колеса и на ходу. Нас он вряд ли лутал. Я так думаю. Ну и плюс столько стволов ему не унести. Разве он что все загрузил в машину? Он бы не успел так быстро. Да он сразу сел довалить. Да, я тихо, тоже. Тихо. Думаю. Кто-то стрелял. Со стороны этого аэропорта. Где 99% что стреляли?
Честно скажу, не слышал. О, еще посветлело, хорошо. Темно. По-моему, у меня потемнело как раз. У меня посветлело. Да, темновато. Опять ночные серии. Ну вот такое вот у нас везение. Заходим ночью. Ну, мы уж выбрали один сервер. Теперь на нем будем жить уже, как получится. Угу. Ну, мы всегда будем собираться примерно в это время, кстати. Так, потому что ночь. Так, я вижу заправку смерти. Угу. Че, как там дела на заправке смерти? Да вот иду искать. Себя видишь? Нет, в том-то и дело. Это, по-моему, если труп полностью пролутать, то исчезает этот надгробие. Тут, по-моему, я, кстати, надгробие еще вообще не видел, видел тела. Есть вариант захоронения. Вот. Нет, вижу надгробие Джека. Вот я вижу свое надгробие. Мы получили машину, спер я ее. Кстати, да, все честно. Карма злая, сука. Ну, как понимаешь, машину спер я, а убили тебя. Ну как сказать? Машину без охраны я бы угнал. I'm lucky bastard. Куда они побежали? Что они делают? Машина ездит по аэропорту. Не наша. Я не знаю, что это такое. Она поехала в сторону. Вон, мать, она сейчас заметит. Так не высовывайся. Как так я в открытом поле, блин, мне некуда было деться. Падай. Нет, тут такое место, что меня очень трудно заметить. К черту металл. Я возвращаюсь на аэропорт. Вертолет еще летает. Пипец. И вертолет сшибают с пулемета ДШКМ, походу. Прикинь, вертолет Мишка летит. Слышу справа. Прямо надо мной, и он улетает. Он прямо надо мной. Он прямо надо мной вертолет. Как он прямо над тобой-то? Прямо надо мной вертолет. Я в лесу. Ты в лесу? Я не в лесу, я здесь. Если здесь смотреть, ты видишь этот. Аэродром. Да, я вижу огни аэродрома. Вот я, где-то не доходя до аэродрома, в поле ползу тут. А замес на аэродроме? Да там что-то я не вижу уже никакого замеса. Просто кто-то стрелял с той стороны. Но где именно там? Сейчас я уйду в лес, и оттуда буду... Там не стрельба. Активная, неплохая. Спрятался за дерево. Что там не везет? В поле я вообще никого не вижу. Ориентировочно ангар из леса. Небольшое двухэтажное здание. Ангар со звездой, это... Понял. Так, Гришка, ты сиди там на месте, я тебя сейчас найду. Ну, вот двухэтажное здание, да? Что двухэтажное здание? У леса. Если прям на аэропорт смотреть, где я тогда был. Что у вас? Зомби напали на меня, стреляли. По мне? Зомби напали на меня.